Филипп, конечно же, блестящий актер, артист, певец, всего не перечислишь. У этого человека огромное количество разных международных наград. И подумал, ну вот, вручим мы ему еще одну эту награду, очередную. А потом подумал, нет, не очередную. Это международная награда, это душевная награда, это душевная славянская награда, а корни его в славянстве. И думаю, он ее воспримет как самую высокую награду. У него много наград, и орден Франциска Скорины – это высшая награда в Беларуси нашей интеллигенции. И я вижу, вот его особенность, могут на нем пошутить, еще что-то сказать, но такого искреннего человека трудно найти в этом славянском мире. Все, что он сказал от души, несмотря на то, что он артист, великий артист. Александр Григорьевич, есть к чему стремиться. Бог любит Троицу. Я народный артист России. Помню! Народный артист Украины. Народный артист Молдовы.